Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и в этом видео хочу показать вам свой блокнот, свой bullet journal на 2022 год. Я уже заполнила коллекции на год и разворот на январь. Вы это видео, скорее всего, увидите уже в самом конце января, но надеюсь, что вам все равно будет интересно посмотреть, потому что bullet journal можно начинать не обязательно в январе, его можно начинать в любой месяц года. Поэтому надеюсь, что мое видео будет для вас хоть чем-то полезно и интересно, и вы, может быть, тоже для себя такую систему планирования и заполнения, ведения ежедневников, блокнотов возьмете. Вот, итак, перед вами мой блокнот, ежедневник на 2022 год. Это блокнот от бренда точки стикера «Бумага», который создала Мария Шек, известная блогер по планированию. Вот, я о Марии Шек узнала в прошлом году. Так, сейчас мы с вами вот так вот поменяем немножко ракурс, чтобы лучше было все видно. Так, в прошлом году я узнала о существовании этого бренда. У меня есть обзор. В прошлом году вот такой вот я готовый bullet journal заполняла от Марии Шек, который я получила в подарок от своей подруги на Новый год, на прошлый. Здесь вот так вот. Важные даты, планы на месяц и так далее. Трекер привычек, и все это дано на 5 недель. Мне этих разворотов катастрофически не хватало. Вот, поэтому для меня такая система планирования оказалась неудобной, поскольку это был мой первый bullet journal, то я решила, что в этом году обязательно я буду покупать чистый блокнот. Но мне очень понравилась бумага в блокноте от точки стикера «Бумага», поэтому я купила на этот год вот такой зеленый блокнот с твердой обложкой из бум-винила. Также у них есть такие блокноты с обложками из итальянской искусственной кожи, очень классные. Стикеры приобрести можно на Wildberries. И также у Марии Шек есть собственный канал и собственный интернет-магазин и профили в Инстаграм. Ну, погуглите, я думаю, что вам выдаст. Это не реклама, это я просто вам говорю, да, где я это все купила. Вот. Здесь традиционная мотивация от Марии: мечтай, планируй, действуй. Мне это очень нравится. Кому принадлежит этот блокнот? И также я приклеила стикер тоже от точки стикера «Бумага». Вот такое не идеальное действие, лучше идеального бездействия. Мне кажется, мотивация на год отличная. Проставила, когда я начала вести блокнот, да, январь 22-й, и поехали дальше. Вот такой вот стикер я приклеила на первый разворот. И дальше у меня идет календарь на год. Тоже я покупала на Wildberries. Это тоже стикеры от точки стикера «Бумага» Марии Шек. Дальше я придумала вот такую вот себе такой ключ. Мне удобнее вот так отмечать. Кружочек «Задача», кружочек с галочкой «Выполненная задача», стрелка «Перенесенная задача», восклицательный знак «Красный важно», звездочка «Примечание» и «Важное событие» вот так. Немножко отличается у меня ключ от традиционного, да, bullet journal, но мне так удобно. Обратите внимание, какая плотная, хорошая бумага. Плотность бумаги 180 грамм на метр. Она не просвечивает. Даже фломастеры не протекают. И брашпены. Вы увидите это дальше. Дальше. Первый разворот у меня – это мечты. Естественно, у меня это все записано, но пока на листочках. Я сниму это видео и перепишу уже все это на чистовую в блокнот. Здесь я напишу цели на год,
Конечно, нерационально писать цели на год, потому что мы живем в такое время, когда все меняется, да, никто не ожидал пандемию, но, например, она началась, поэтому все планы у людей пошли по одному месту, поэтому, ну, цели на год и планы напишу, мечты, соответственно, к которым нужно стремиться тоже, но дальше буду планировать каждый месяц. Вот. Как нам рекомендуют профессионалы в области планирования, то лучше всего планировать на 4 либо на 12 недель. Это более эффективно, чтобы и цели нужно ставить такие, которых вы реально можете добиться. Да, то есть не надо писать в мечтах, что вы хотите яхту или личный самолет, например, да. Ну, если вы понимаете, что, ну, чудо не случится. Вот, поэтому ставим себе планы и цели, которых мы реально можем добиться, и идем к ним. Вот, список желаний. Список желаний – это что? Это я, например, если что-то увидела, я как хронический шопоголик. Если я что-то увидела, например, в интернет-магазине, какую-то, ну, не знаю что, там, набор для вышивания, ну, хотя у меня для этого есть отдельный блокнот, ну, я не знаю что. Что-то я увидела, например, и хочу купить. Я буду записывать в этот список желаний. И пусть хранится в этом списке желаний какое-то время, хотя бы месяц. Если за месяц я не передумала купить эту вещь, тогда я ее буду покупать. Если передумала, тогда я буду вычеркивать и не буду покупать. Вот в этом году я год начала с цели для себя экономить и стремиться к минимализму и расхламлению. Кстати, если вам такие темы на моем канале тоже будут интересны, то пишите в комментариях, я тоже попробую что-нибудь для вас снять такое интересненькое, по какой системе или методике я к этому пришла, в общем, и как я до этого дошла. Ну, в общем, собственно, вы меня поняли. Вот здесь будет список желаний, чтобы сразу все не покупать, не хватать. Буду сначала записывать. Здесь разворот о книгах. Вот, начала я свой книжный год с книги «Новая книга» от Джо Спейн «Идеальная ложь». Это автор, которая написала книгу «Кто убил Оливию Коллинз». Очень она мне понравилась. И январь я начала именно с нее. Сюда я буду записывать «Хочу прочитать». Вдруг я у кого-то что-то увижу интересненькое. Вот, и чтобы не плодить кучу скриншотов ненужных в телефоне, допустим, не занимать место, буду писать здесь себе список. Посмотрите, какая плотная бумага, да? Вот она. Чувствуете? Вон, ничего не просвечивает. Украшаю все это стикерами. Здесь будут у меня книжные покупки. Здесь книжный лист желаний. Пока я хочу приобрести пока только одну книгу, это «Опасные соседи» Лайзы Джоэл от издательства «Инспирия». Пока она вот в моем виш-листе, слава богу, вроде остальное я все затарила в прошлом году. Кстати, если хотите посмотреть мои книжные покупки за 2021 год, пишите в комментариях, и я вам их покажу. Дальше. Здесь я начала заполнять сериалы. Здесь, правда, не все сериалы, которые я посмотрела, но это то, что я успела написать. Вот. Брашпеном я нарисовала кружочки. Брашпены у меня акварельные. Я их покупала как-то на AliExpress давно-давно. Но я планирую снять на все, чем я и с помощью чего я оформляю свой блокнот. Я хочу снять отдельное видео, потому что если в этом видео я буду показывать, оно будет очень-очень длинное. Вот. В общем, сериалы. Под сериалы я оставила вот два разворота, потому что я много смотрю сериалов, особенно когда вышиваю. Вот. Здесь у меня идет разворот трекер веса. Я нарисовала также брашпенами линии, написала месяцы. И сюда я буду вписывать вес за каждый месяц. Вот, каждую неделю я теперь не взвешиваюсь, потому что у меня, в принципе, за последние полтора года ушло большое количество веса.
Я скинула 20 килограмм, я придерживаюсь системы питания интервального голодания, поэтому вес и объемы очень хорошо ушли, особенно за первый год. Вот, поэтому и здесь будут мои объемы за год. Вот такую табличку я сделала, посмотрите, может быть, кому-то она будет полезной. Можете себе заскринить, какие мерки я снимаю. И здесь мотивационная фраза. Тоже от точки стикера бумага. Следующий разворот – это мои расходы за каждый месяц. Общая, да, сумма. И сколько мне удалось отложить за месяц. И вот такой стикер. Кредиты. Кредитов у меня нет. У меня есть только рассрочки. Рассрочка Озон. И рассрочка по карте Халва. Ну, мне так проще, да, чтобы понимать, я написала кредиты и приклеила маленький вот такой вот стикер. Пусть так и будет, мне нравится. Дальше, как блогер, мне нужна вот такая вот профессиональная панель. Я сделала таблицу в виде смартфона для моего Инстаграм. Вот, на 1 января 2022 года вот такие вот были у меня показатели в моем Инстаграм. Подписывайтесь, ссылочка на мой Инстаграм есть под всеми моими видео, поэтому переходите, буду рада видеть вас в числе своих подписчиков, буду рада нашему общению. И также здесь статистика по YouTube. Также каждый месяц по Инстаграму, ну, по Инстаграм вряд ли, а по YouTube я... Каждый месяц буду заполнять, какие, допустим, я там видео сняла, какие идеи у меня для новых видео есть и так далее. Планирование. Здесь у меня идет по работе аналитика Faberlic. Я приклеила фиолетовый скотч, вырезала его в виде флажков. Вот, и также заполнила таблицы на 18 периодов. Я являюсь VIP-консультантом и наставником, лидером компании Faberlic. Я работаю в Faberlic уже больше 9 лет. Я работаю дома, сама на себя, ни от кого не завишу. Подо мной большая структура, поэтому если вы хотите присоединиться и зарабатывать тоже, как я, то, пожалуйста, добро пожаловать в мою команду. Ссылка для регистрации в Faberlic также есть под всеми моими видео. Регистрироваться в Faberlic могут даже дети старше 12 лет и зарабатывать. Вложений, в принципе, никаких не нужно. Но лучше, допустим, чтобы вам было уже 14 лет, чтобы у вас был паспорт, чтобы вы могли самостоятельно получать на пункте выдачи заказов ваши заказы. Ну, или вы можете зарегистрировать кого-то из родителей, или, например, старшего брата или сестру, или родственников, и под них делать заказы. Вот, и также предлагать замечательную продукцию Faberlic, допустим, в школе, в колледже, в вузе, где вы учитесь. Вот, в принципе, в этом нет ничего сложного. Продукция Faberlic очень хорошая. Компания на рынке уже больше 25 лет. Она зарекомендовала себя и входит в топ самых лучших российских компаний. Также среди производителей парфюмерии и товаров для дома. Вот. И здесь вот такая табличка. Ну, в общем, это мои рабочие моменты. Здесь я буду вести статистику по своей структуре и по моей работе. Дальше. Расхламление. Этот год хочу провести под девизом расхламления. Хочу устроить челлендж. Да. Стремиться к минимализму. Вот, и, в общем, буду расхламляться по категориям, начну с кухни и пойду так дальше, дальше и дальше. Вот, если вам тоже интересен такой челлендж, пишите, может быть, запустим вместе что-нибудь в Инстаграм, пишите. Можем сделать какую-нибудь коллаборацию, если вы тоже этим интересуетесь, пишите в Инстаграм, я буду рада совместным проектом каким-то. Вот, и здесь у меня вот такие девизы: никогда не поздно начать меняться, и два секрета успеха – это начать и довести до конца. Вот. Дальше. Здесь у меня развороты, буду записывать свои продажи на Авито и Юле, потому что буду расхламляться, и какие-то вещи, естественно, буду выставлять на продажу.
Вот. И, собственно, что я еще хочу сюда? А, вот еще разворот. Не забыть, и это интересно. Я думаю, что, допустим, это интересно, я, может быть, уберу или не уберу. Может быть, я возьму вот листочек отсюда из сериалов один. Вот отсюда. Где у меня сериалы? Вот здесь очень много было бумаги. Да, вот этот листочек я сюда хочу написать БАДы. Потому что я принимаю биологически активные добавки к пище, поскольку я на интервальном голодании, и все-таки организм находится в голоде по 16-19 часов у меня каждые сутки. Поэтому, естественно, из пищи я получаю не все полноценно, да, то я принимаю различные добавки. Омега, живица кедровая, витамин D3, какие-то энзимы бывает и так далее. Поэтому я хочу начертить сюда еще табличку. Здесь будут БАДы. И какой БАД, когда я начала пить и какое время, какую длительность я его принимала. Вот, вот, собственно, вот такие у меня коллекции на этот год. И вот, пожалуйста, мой разворот на январь. Вот. Здесь у меня стикеры. Это стикер от фирмы Умкина Берлога. Это я не знаю, что. Вот это из Пинтереста. Я скачивала картинки, распечатала и их на принтере. Также вот календарик тоже. Скачивала шаблоны и распечатывала на бумаге для стикеров. Бумагу для стикеров покупала на Озон. Вот, вот такой у меня разворот. Здесь наклейки, хэштеги тоже от фирмы Точки Стикеры бумага. И календарик на январь. Вот такой снеговичок. Я решила не загромождать. Да, все-таки я планировала, поскольку у меня зеленый блокнот, я его планировала вести в ботаническом таком стиле, чтобы было больше веточек каких-то, зелени, чтобы он весь был зелененький, такой, знаете, цвет жизни новый, да, чтобы это меня мотивировало как-то. Вот, здесь вот такая уютная наклеечка, здесь планы, планы на месяц. Это я все перепишу, естественно. Ну и вот здесь заготовки, какие-то стикеры. Вот. Здесь уже у меня стикер февраль, планы февраль. Также вот мечтай, планируй, действуй. Вот такими веточками я планирую украшать весь свой блокнот. Такие уютные кружечки с кофе, какао и так далее. Вот. Но это уже пойдет у меня дальше февраль. Вот, поскольку январь уже почти закончился, то у меня здесь не особо много будет всего. Вот. В общем, вот такой отличный блокнот. Его стоимость примерно 500-600 рублей со скидкой, я думаю, да? На официальном сайте, конечно, намного дороже. В районе 900 рублей он стоит. Но, дорогие мои, он того стоит. Во-первых, он разворачивается полностью плашмя на 180 градусов. Очень удобно его заполнять. Вот. И здесь я сделала выкраску. Вот такие фломастеры у меня есть, брашпены. И вот акварельные, которые я вам показывала. Вот эти вот с Алиэкспресс. Это акварельные. Они очень хорошие. Они мне очень нравятся. Вот. Также еще я... Так, сейчас я взяла вам показать. Взяла показать и куда-то положила. И не вижу. Так. Есть у меня вот такая коробочка со скотчами. Это не все мои скотчи. Еще у меня есть отличные скотчи с AliExpress. Но про это, про все, как я уже сказала, я буду снимать отдельные видео. Поэтому не пропустите. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Вот, буду показывать вам всю свою канцелярию, которую я использую для оформления Bullet Journal.
Все, что я использую, то, что я вам сейчас показываю, это просто малая-малая крупица всего того, что я использую. У меня много-много всего. Огромное количество новых покупок. Я 11.11 в прошлом году много накупила на AliExpress красоты, поэтому все это буду тоже снимать со ссылками, с активными, чтобы вы могли заказать. А пока вот показываю, что я использую. Для каллиграфии вот я использую вот такие вот брашпены тоже. Также у меня есть вот такая вот штучка с моими ручками, линейками. Линейку вот такую классную купила, гибкую, от Берлинга на Озоне. Вот карандаши, какие-то ручки. Ручка у меня есть такая вот шикарная, с виниловым таким покрытием. Soft Touch. Безумно она мне нравится. Очень удобно ей писать. Я планировала заполнять Bullet Journal капиллярными ручками. Вот этими вот линерами. Но ими писать оказалось не так удобно на самом деле, как вот этой вот ручкой. Ручку покупала на Озоне. Вот. Вот фирма, можете забить на Озон и поискать. Масляная ручка Lorex. Вот ширина пишущего узла 0,7. Очень классная, рекомендую. Прямо от души. Школьникам, студентам просто must have. Ну или если вы тоже много пишете. Вот и последнее, что я вам в этом видео покажу, это покажу еще свой блокнотик. Тоже от точки стикеры бумага, который я недавно приобрела. Это блокнотик, мой вышивальный блокнот. Тоже здесь бумага, как мне кажется, она уже тоньше. Ну, чтобы вы, если что, будете выбирать, мало ли себе блокнот на Wildberries, имели в виду, что этот блокнотик потоньше. Вот. Тоже я начала. И надо все заполнить. Вот, вот такой вот шикарный. Надеюсь, что мое видео было вам хоть чем-то полезно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Дайте обратную связь. Поддержите лайком. Ставьте пальчики вверх. Ставя лайки, вы помогаете продвижению моего видео и моего канала. Для меня это самая лучшая благодарность от вас, от моих зрителей. На этом все, дорогие мои. Пишите, пожалуйста, ведете ли вы блокноты, ежедневники, Bullet Journal? Как вы ведете? Понравился ли вам мой блокнот и как я веду свои развороты и коллекции? Может быть, вы мне в комментариях еще какие-то коллекции посоветуете, как вести. Мне будет очень интересно почитать это все, потому что мне это все очень-очень нравится. Я поняла действительно, что когда мы планируем свое время, то мы больше успеваем и живем продуктивнее. На этом все, мои дорогие. Всем хорошего настроения, солнышко за окном, радости, улыбок. Всех люблю, обнимаю и до новых встреч. Пока-пока!